Я знаю, что я хороший парень. Точно, конечно. Я очень добропорядочный. Да. Ну, я эгоист немножко, может быть. Конечно. Как же я знаю, что я такой плохой? Кто мне скажет об этом? Это не есть осознание зла. Как я узнаю, что я плохой? Я считаю себя хорошим. Ты должен прийти к тому, что ты определяешь сам, что твоя природа — это полное зло. Полнейшее. Как я прихожу к этому? Что я такой эгоист? Если ты выполняешь действия по отношению к группе, то к тебе, благодаря взаимовключению с группой, приходит свет, возвращающий к источнику, который показывает тебе, насколько ты испорчен. То есть товарищи мне скажут, что я эгоист? Скажут, не скажут, ты почувствуешь, даже если не скажут. Мне это непонятно. Кто мне скажет, что я плохой? Кто должен прийти и сказать, что ты эгоист? Нет, так это не работает. Нет. Ты сам, иначе ты не сможешь это принять. Ты не должен это получить ни от кого, а я, работая с группой, раскрываю, что все, что я делаю в отношении группы, я делаю для того, чтобы мне было хорошо, чтобы обо мне хорошо говорили, чтобы я сам мог себе сказать, что я хороший и так далее. Тогда в чем мера моей отдачи? Никакой отдачи, все ради себя. И как, тем не менее, прийти хоть в чем-то к отдаче? Нет, невозможно. Так может, у меня есть хоть какое-то желание к этому прийти? Нет. Так что я делаю? Мне нечего делать, так я и буду продвигаться. Не продвинешься. Так что ж со мной будет? Ты сейчас начинаешь понимать, что ты снова спрашиваешь, а что со мной будет? Когда я начну думать о том, не о том, что будет со мной, а о том, что будет с ними, чтобы было только для них и ни в коем виде не мне, чтобы я им даже отдал, может быть, даже не зная, что я даю, тогда о чем я буду думать? Для меня, не для меня, сделал, не сделал. Я знаю, что я ничего не сделал, а на самом деле делаю. Как так сделать и скрыть это от самого себя? Я делаю, отдаю, проверяю и убеждаюсь в том, что действительно делаю, а при этом это от меня совершенно оторвано, как будто я этого не делаю. Ого! Видимо, это называется экраном, это называется сокрытием, это то, что я должен делать. Из своего желания получать, отдавать, проверять себя, делать все ради отдачи, и чтобы мой эгоизм не знал, что он отдает. Так как же мне это сделать? С какой силой я могу отдавать так, чтобы эгоизм об этом не знал? Это вообще возможно? Как мне такое построить?